Привет, дорогие мои ценители прекрасного и дорогого инструмента. Сегодня у нас на обзоре новинка. Это Impact, царь Impact, как его некоторые уже назвали. DCF850. Новая модель. Очень компактная, очень легкая по сравнению с другими аккумуляторными импактами. И у него длина, что-то там вообще, до конца шпинделя 100 миллиметров. 105 миллиметров длина. Это даже короче, да, всеми любимого цвета. Я как раз таки взял вот эту модельку и вот эту модельку, чтобы сравнить их по мощности, понимая о том, что тушка вот этого импакта стоит двадцаточку там где-то плюс-минус, а этот десяточку плюс-минус. В два раза дешевле. Сможет ли он быть конкурентом этой модели? Быстренько пробежимся, что у нас здесь нового. Это он стал толще, в отличие от 800. Какой там 75-й был? Ладно, не суть. Он стал потолще, покороче, это главное его преимущество. И а мощность осталась та же. Светодиоды стали защитными здесь. Здесь поставили какое-то стекло для защиты. На предыдущей модели нету, и там они, светодиоды, занесены в желтый корпус. И когда ты им работаешь, то вот эта желтизна, она отдает. Сейчас вот выключим свет, покажем. Вот видите, на... Блин, да какая же эта модель-то у нас? 887-й, точно, да. Желтый свет бьет, когда ты близко работаешь, а здесь полностью беленький. Потому что здесь, в этом корпусе, в желтом корпусе светодиод, и он не защищен никак. А на этом у нас импакте на новом стоят какое-то стекло здесь поставили защитное. И светит беленьким. Вот я такую заметил особенность. Конечно, таким импактом лучше работать 2-амперной батарейкой, потому что, вставляя сюда такой вот флексвольт, вы убиваете все, к чему производители шли. Правильно? Они хотели, чтобы он был легче, меньше и с той же мощностью. Поэтому к нему очень сильно подойдет двоечка, пятерочка можно, но не такая вот банка. У меня просто сейчас другой нету под рукой. Давайте приступим к вопросу мощности данного импакта и сравним его с Milwaukee. Это у нас M18 Fit 2. Сначала на первой скорости посмотрим, как срабатывает электронный ограничитель. Удар в последний момент только включается. Также первую скорость. Теперь это у нас 850-й. Отключился пораньше. Какое-то место пожестче. Еще один между теми, где был Milwaukee. Нет, отключается. Аккумулятор, если что, полный. Попробуем на второй. Да, и на второй уже со свистом. И еще разок на второй скорости. Ну а по вопросам грубой силы хочу попробовать такое перо 35 миллиметров, деволтовское, кстати. Попробуем, насколько будет легче 850-м или Milwaukee это сделать отверстие. Скорости на максимально большой и... Пройдет? Пройдет. Должно пройти.
встает и дальше не идет. Ну, три дощечки, раз, два, три, прошел. Ну а теперь, Милка, посмотрим, стоит ли своих денег третья скорость. Что, дубль 2, 850 и деволт на третьей скорости. Погнали. Объективно легче в конце стало. Дощечка лопнула. Но все равно молодец. Тепленький такой, хороший. А Милка, кстати, по-моему, даже не нагрелась, когда я ей пробовал. Ну, объективно мощнее аппарат, конечно, и стоит дороже. То есть тут уже вам решать, какие деньги готовы потратить. Ну, да вот прям горячий. Еще вот такие вот есть у меня. Давайте попробуем Милкой, пока Деволт отдыхает, насколько легко войдет. Ну, в конце легко уже, потому что он на сквозняк прошел. Так, я думал, что... Переходник у меня просто в щепки разлетится, и так случилось. Теперь это просто удлинитель нефиксируемый. Так что, ребят, вы иногда спрашиваете, почему ударные там головки или ударные вот эти переходники, они стоят дороже. Да вот почему, потому что два раза закрутил саморез, и он просто рассыпался. Это практика, по-моему, обычный. Значит, пошел, я взял еще вот такую вот машинку. По приколу сейчас сравним ее, потому что цена вот этого агрегата у нас получается как тушка Деволта, одно здесь уже два аккумулятора, чемодан тебе и все приколюхи. Посмотрим, как он будет делать те же вещи, которые мы только что сделали с новинкой от Деволта. Продолжим. Там у нас, правда, уже одной дощечки, считай, нет. Так что в три дощечки закрутил. Сейчас попробуем серединку. Ханскювер. Типа 280 ньютон. Еще разок пробуем. Нет. И 850. Ну что, дорогие друзья, Деволт показал то, что это реально золотая середина. Мощность, компактность. Производительность, может сделать то, что не может сделать китайцы, даже с завышенными показателями на этикетке. Рекомендую вам покупки. В продаже у меня имеется, немного осталось, поэтому пишите, если что, Viber, WhatsApp, Telegram. Спасибо за просмотр, за подписку, за лайк, и давайте еще увидимся как-нибудь. Пока. Продолжаем унижать Ханскювер. Это у нас 280 ньютон, 18 вольт.
И деволтик такой маленький, красивенький, на 12 вольт. И посмотрим, кто из них быстрее. Так, раз, два. Давай, три штуки подряд. Раз, два. Деволт у нас какой-то у нас 801 12 вольтовый. Просто все еще сравниваем с китайским. Там спирт. Скивер 18 вольт.